Дед Мороз вместе с главой округа Евгением Рычковым зажег огни главной елки Мурма. На площади тысячи столетий был торжественно открыт изумрудный город, созданный по мотивам известной сказки. Участником яркого праздника вместе с сотнями муравлян стала и наша съемочная группа. Этот новогодний городок особенный. Здесь найдется увлечение по душе абсолютно каждому. Для самых маленьких гостей мини-горка, карусели и поляна с развлечениями. Для любителей селфи-фотозоны. Кажется, что в этом году организаторы превзошли самих себя и сделали для муравлян настоящую сказку. Непередаваемые яркие детские впечатления охватывают душу и сердце. И особенно тот момент, когда зажигается главная елка нашего города. Ура! Все голубое, все шикарно. Елка нам очень нравится. Да и вообще какая-то, и погода сегодня хорошая. Очень праздничное настроение. Все очень здорово. У меня старший ребенок где-то там скачет. Вот, очень весело, все горит, сверкает. Прям очень здорово каждый год, а в этом году прям еще лучше. Праздник сегодня просто замечательный, концерт бомба. С Новым годом, ребята! Под елкой расположились всем известные с детства герои – Элли, Татошка, Страшила, Железный Дровосек и Лев. Но для того, чтобы полностью прочувствовать атмосферу изумрудного города, прежде нужно прочитать одноименную книгу. Знающие люди поймут, откуда здесь и эти огромные очки или воздушный шар – достойная причина в новогодние каникулы углубиться не только в отдых, но и в семейное чтение. Не забывайте, что Новый год – праздник семейный, поэтому проводите как можно больше времени вместе – с семьями, с детьми, внуками, с друзьями. И обязательно приходите к нам сюда. Здесь каждый день будут праздничные программы. А в новогоднюю ночь я приглашаю вас в час ночи на новогодние мероприятия, наши праздничные, салют, концерт. Давайте встретим Новый год все вместе. И я думаю, что он будет счастливым. В ближайшее время в новогоднем городке откроется каток. Впервые на площади тысячи столетия. Ольга Кирешна, Александр Барсуков, Новости Мурома.